Всем привет! Меня зовут Алена, и сегодня я буду делать необычное для себя видео, потому что я хочу сделать декор в автомобиль. Да, у нас у всех в автомобилях висят ароматизаторы, и у меня в машине закончились, и я все-таки решила, что надо с ними что-то сделать. Знаете, идея очень часто приходит внезапно, поэтому если вам интересно, как украсить свой автомобиль, девочки такие девочки, что им всегда надо что-то украсить, оставайтесь со мной. Вот таким образом выглядит ароматизатор для автомобиля. У них, кстати, бывают совершенно разные крепления. У меня вот на таком шарике есть, они просто вставляются. Смотрите, уже совершенно любые. Этот ароматизатор уже использованный, и поэтому я-то и решила из них что-нибудь сделать. Нам понадобится только нижняя часть, само крепление. Верхняя часть нам больше не нужна. Хотя, если вы хотите сделать что-нибудь интересное, чтобы оно пахло именно из натурального, как натурального, оригинального ароматизатора, то можно что-нибудь тоже придумать. Для того, чтобы у меня все держалось, я буду приклеивать кусочек фетра. И сами материалы. У меня маленькие шишки секвои, также цветочки, пластиковая зелень, разные тычинки. И также самые маленькие, это у меня эвкалипт и цветочки, по-моему, индийская сирень, что ли называется. Я сейчас же напечатаю, напишу на экране, как называется это растение. В нем очень красивые коробочки. Также буду использовать рафии, совсем немножко. Приступаю к работе. Делается все очень максимально просто и быстро. На термоклей я приклеиваю кусочек фетра и полностью его по краям срезаю, чтобы было аккуратно. И уже на этот фетр будем все приклеивать. Можно снять крепление, просто приклеивать, держа на столе. Я же прицепила на пластиковый контейнер, и таким образом мне удобней было работать. Я могла наклонять в разные стороны. Начинаю приклеивать, в принципе, самых нижних элементов. Я, кстати, на одной работе просто поэкспериментировала, как я хочу, чтобы оно выглядело, и все остальные делала подобным образом. Наматываю на пальцы небольшое количество рафии и точно так же ее приклеиваю. Использую в работе силиконовую лопаточку. Это лопаточка для нанесения маски или крема на лицо. Не один раз вам ее уже показывала, есть совершенно в разных косметических магазинах. Я покупала свою фикс прайс. Очень удобно в работе. Также ножничками срезаю, чтобы рафия где-то у меня торчала в разные стороны. И тут я уже начинаю приклеивать эвкалипт и цветочки, пытаясь заполнить каждое пустое местечко. Тут самое главное еще, это чтобы термоклея очень сильно не было видно, потому что большое количество термоклея всегда портит работу.
заполнила со всех сторон. И вот такие маленькие ароматизаторы у меня получились. Кстати, если у вас есть сам ароматизатор, я просто еще не подобрала, какой аромат, можно сверху на природные материалы капнуть капельки ароматизатора какого-нибудь, не знаю, который вы любите. Или же духи, почему бы и нет. Пахнуть будет долго, потому что сами природные материалы сильно впитывают в себя запах. И я сделала таких 4 штучки. Но есть у этого самый большой минус. Это температура. Все-таки это печка. Поэтому я советую такой декор вешать, наверное, более такую нейтральную погоду, когда вы очень сильно печку не включаете, чтобы она не была горячей, потому что горячий воздух может нагреть термоклей, и где-то что-то, так как он не в больших количествах, может отвалиться. В жаркую погоду мы включаем кондиционер, поэтому тут совершенно ничего не страшно. Но знаете, это был такой, в принципе, эксперимент. Теперь посмотрю, как она будет себя вести. Ну, на этом все. Если вам понравилась идея, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и увидимся с вами в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока.